Карлос Пучдемон незадолго до своего ареста хотел бежать в Россию, пишут испанские СМИ. Дескать, планировал попасть в Санкт-Петербург после посещения Финляндии, но в последний момент передумал и в результате был задержан. Напомню, 26 марта Пучдемона арестовала немецкая полиция, а 5 апреля немецкий суд согласился выпустить его под залог. Больше в нашем сюжете. Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон останется в Берлине, пока не закончится разбирательство по его делу в немецком суде. Об этом Пучдемон заявил на пресс-конференции после того, как двумя днями ранее Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил выпустить его под залог в 75 тысяч. Суд отказался экстрадировать Пучдемона на основании предъявленного ему в Испании обвинения в подстрекательстве к мятежу. Вместе с тем не исключил возможность его выдачи уже по другому обвинению – в незаконном присвоении государства. Я верю в европейскую демократию, в то, что большинство стран Европы и Германия в их числе действуют в рамках закона и демократических принципов. Когда закончится суд, я хотел бы вернуться в Бельгию и продолжить свою работу. А вот по данным испанского издания «Эль Мундо», Пучдемон не намеревался оставаться в Бельгии. Мол, незадолго до своего ареста он хотел сбежать в Россию. Вот только совершил фатальную ошибку. Отправился в поездку на автомобиле, которым пользовался уже полгода. По номерам авто его и задержали. Сколько будет продолжаться новое судебное разбирательство, неизвестно. На то, что все это время Пучдемон будет находиться на свободе, в Мадриде отреагировали сдержанно. Все судебные решения необходимо исполнять. Это закон. И не имеет значения, постановление вынес испанский суд или какой-либо еще. Тем временем сам лидер каталонских сепаратистов в своих выступлениях, похоже, отошел от прежней риторики. Разве независимость единственное решение для Каталонии? Конечно же нет. Я всегда говорил, что это наше предложение Мадриду. Но мы, конечно, готовы обсудить с испанскими властями и их видение испанского проекта для Каталонии. Если Пучдемона все же экстрадируют в Испанию, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Екатерина Кравец, подробности, телеканал «Интер».